Проведены переговоры с владельцами автобусных парков, чтобы местные жители могли беспрепятственно проехать к своим избирательным участкам в день выборов. Проезд будет бесплатным. Другими словами, все делается для удобства граждан в канун выборов. Подготовка к текущей политической кампании идет очень интенсивно. В области уже подготовлено 711 избирательных участков. Всего на сегодняшний день в регионе 793 постоянных и 24 временных участка. Под временным участком подразумевается больница, санаторий, база отдыха, следственный изолятор. В целом, по закону, выборы проходят с 7 утра до 8 вечера, но некоторые режимные объекты написали нам и попросили начать выборы в 6 утра. Это законом разрешено, мы приняли соответствующее постановление. По области права голоса имеют 517 031 человек. Тем, кто по состоянию здоровья не сможет посетить свой участок, предусмотрена возможность голосования на дому. Василий Павлиди, Абзал Балтабаев, Дархам Ужубаев, Алмаз Адвокасов, Кокше, Акпарат.